Ребята, всем привет! Я рад вас приветствовать на канале Дневник Рыболова, но прежде чем вы начнете смотреть следующую серию проекта «Аренда водоема», решил я сделать все-таки вставочку, потому что многих людей интересуют одни и те же практические вопросы. Сколько стоит малек? Какие необходимы документы? То есть масса вопросов по данному водоему. Друзья мои, немножечко терпения. Буквально через 5-6 серий мы сейчас уже догоним наше время, как бы сказать, реальное, потому что мы начали запись еще с 2016 года, вот. И я вам сниму видео полностью, стоимость малька, какие документы, какие платежи. Все это будет. Немножечко терпения, друзья мои. И проект пока заморозится, но мы будем продолжать снимать дальше лето, как растет рыба, как мы ее лечим, для чего, какую рыбу мы запускаем. Все это будет. Так что немножечко терпения. Я знаю, что многим это понравилось. Наблюдать за этим, мне за личку завалили, когда продолжение. Все, видео многие отсняты и будут показаны. Но прежде чем мы начнем смотреть видео, хочу вам посоветовать офигенную игру под названием «Викинги», на которую я реально залип. «Викинги» похожи на те самые стратегии с 90-х и 2000-х, только наконец-то на мобильном. К тому же онлайн в игре иногда начинаются нереальные по своим масштабам битвы между странами. Не так давно состоялась битва между русскоязычными и американцами за огромную цитадель, которая длилась несколько дней, и русскоязычные игроки просто надрали американцев в итоге. Действительно здорово в этом поучаствовать. Если есть доступ к интернету, можно убить время между поклевками даже на рыбалке. Именно по нашей ссылке в описании вам дадут 200 голды для успешного начала игры. Мой ник в игре DR Fishing, так что ищите меня и будем рубиться вместе. Установка игры занимает всего лишь, ребята, 30 секунд. Я очень трепетно отношусь к рекламе, но это реально мощный продукт. Все ссылочки, ребята, в описании. Возим швеллера под домик, будет фундамент такой. Сейчас на УАЗике изгрузим на площадке у человека, а завтра займемся самим вагончиком. Да, не, еще сегодня займемся подготовкой почвы под эти швеллера. Это знак проснулся. Ты длину их не замерил? Надо выйти поснимать снаружи все-таки. Давай-ка я выйду. Давай. Я чувствую, мне придется ехать это. Давай. В объезд. Давай, пробуй. Красава, а? Вылазь, блин. Все, наработался. Да? Красавчик. Еще через ставни хочешь пройти? Да уже пойду теперь. Куда ты пойдешь уже? Под вагончик разожгли костер.
Нас уже, коллега наш уже принял весенний душ. Зимой сезон купания не надо открывать будет, да, в этом году? Уже открыл. Я закрывал, блин, зимой. Провалился перед Новым годом. А он уже весной. Так, сейчас сухостой этот весь. Понял, мелкий сожжем. Купальный сезон этого года открыл. Да. Еще? Давай, я готов еще. Ты думаешь, все? Вот тут чуть-чуть, да. Юр, возьми вот там, где у тебя сушится веревка. Вот здесь надо дать еще щухивать. Не все. Потом же здесь. Ладно, сейчас я покажу. На вот этот бугор, как он выскочит. Он, наверное, вот там в объезд пойдет. Не. Так. Весенняя грязь. Достается машина. Через бугор. Так, это уже интересно. Не-не-не-не-не-не-не. Не, идет, идет. Вышел. А вышел. А я нет. А мне надо вторую было включить, а мне камера занята. На. А и он мне тут поразрисовал все. Мало оборотов. Виталик уже уехал. Вот там маленький ствол. А то с него и вытекает. О, вот такая у нас дорожка веселая. Придется задом уезжать. А вот водоемчик. Все, практически вскрылся. Красотище. Ладно, ребят, сейчас пойдем посмотрим. Так, ну вот она, лодочка. Это уже не лодочка у нас получается, а катер какой-то. Когда везли, была вроде как какое-то непонятное. Отлично. Глянь, как новенькая. Так, ладно, ну вот наступил момент истины. Сейчас загружаем швеллера. Грузовик пришел. Вон кран. Сейчас будем забирать вагончик. Но сегодня такие масштабные работы. Сейчас грузим швеллера и в него же будем грузить кунг. Трос есть, будет за что А там Юра, а Юра прицепил? Да. Да.
Отходите, Юра, уходи. Пусть Юра уйдет оттуда. Отходите, все. Да не, нормально там. Тут отлично. Все, отлично, стал. Все, отлично. Наконец-то, самая такая работа веселая. Так, ну здесь вот есть один такой опасный участок дороги. Мочежина такая, знаете, вот как болото такое, вот влипаешь. Главное, чтобы здесь машины прошли. И тогда мы доедем, потому что это единственный маршрут, по которому можно довести сейчас вагончик. Везде грязь. Ветер. Так что может звук забиваться ветром. Сейчас покажу вам. Вот я проехал. Здесь еще, вот видите, вода стоит. Здесь получается как балочка. Шахта сбрасывает воду. Ну и плюс весна, с полей уходит вода. И вот она проходит. Поэтому здесь она как сказать, даже как пластилин такая вот грязь. Ладно, сейчас вот идти машины посмотрим, как она пройдут или нет.
потока рисуешь, да? Надо по два, да, еще видеть. Приключения, блин. Наворотили, а? Может, потом еще подкинуть, а? Может, сейчас же... А? Давай сейчас. Давай сейчас. О, сейчас попробовать. Может, и выскочит. Вот назад чуть-чуть кинуть так. Все. А ну. Вот это Надо лопаты вот это снять. А лопата сядет сразу. Да. Это денег раз. Да все, наверное. По-моему, крас бы тут хорошо. Ты что, хитрые эти, видишь? Да, тот. Слушай, а если за, вот зароется, можешь эти будут разложить, приподнять его, да, чуть? Лапы. Ну да. Приподнять лапами и накидать, и он выскочить должен. Давай попробуем так, а так хоть лапы выдвигать. Да ну хоть чуть-чуть, все равно же приподнять. Паша, давай. Что, под само колесо будем кидать, Витя? Под само колесо? Не-не, спускай. А то мы и не доспали. Спускай.
Так, смотри, есть другая идея. Смотри, мы сейчас с тобой объезжаем, там переезд нормальный, там без болота, правильно? Ну вот, мы вчера с тобой ехали. На тот став. Возвращаемся по полю и цепляем его. Да я понял, на тот став. Возвращаемся по полю. Ну я понял. И цепляем его, по-другому никак. Помогать ему спереди. Поехали. Да. Ген, садись. Покажи, куда ехать. Езжать. Вот по полю, да, и там вот там есть нормально. Сейчас только так. Ну, по-другому не получится видно. Почем? Не, зачем? Давай, давай, Серег. Хорош. Дай, подвинь чуть-чуть. Подвинь чуть вперед, да. Все. Сейчас, подожди, Серега. Видишь, ну что, пробуем? Все, забирай лопату, Сань. Все, Серый, давай. Отходить, а то и цепь, это такое дело ненадежное. Еще как пули летают. Цепь так не играет, как труп. Ну? О! Отлично! Красавчик! Молодцы! Вот что такое значит, ребята, командная работа, а? Отлично. Класс.